Всем привет. Вы можете знать меня как Ржавого Тони или Жестокого Макса. Но это видео не обо мне. Мне надоело ждать выхода новых видео этих парней, и я решил начать поиски. Помолюсь о них. Что это? Патриархи реагируют на нано. Кажется, я догадался. Эй, братья, братаны, православный кранк в эфире, покрестись на 3-4. Хоругви, братья, все ко Христу вам, я те вам ли не знать, братья, цену Божию благодати. О, Иисус Господь, о, Иисус Господь, о, Иисус Господь, пришел грехи, чтоб забороть. Беспотовые буддисты, сатанисты, коммунисты, всех вас пустим мы на фарш, зацените кранк наш, мы спляшем на могилах православие. Какого хуя вы тут делаете? Да мы тут рэпчиком балуемся. Пиздуйте на кухню! Слушай, такие дела. А где мы будем хавку брать? Не знаю. Что вообще будем готовить? У нас нет вообще ничего, по сути. Ни пива, ни тёлок. Не хавчика. Не успеха. Ребята, я знаю, где можно достать вам пиво и тёлок и хавчика. Всем привет! С вами программа «Время жатвы!» И сегодня мы будем жарить цыпочек. Всем привет! С вами программа «Время жатвы!» И сегодня мы будем готовить рождественскую шаурму! Нам понадобится креветки, сковорода, курочка, бабурец, майонез, карлик. И еще наполовину лаваш, и еще лаваш, лаваш. И сейчас время готовки! Нарежем огурец! Сейчас время нарезки огурца! Сейчас время лаваша. Я
короче, разъебал все креветки, они по всей кухне, по всей кухне. А сейчас разделаем курочку! Курочки мастеров! Разделываем цыпочку! Время нарезки! Салам! Время смазочки! Время смазки! Часть вторая! И сейчас последний этап! Берем курицу! Хуяй! Салатика! Нахуя! Чуть-чуть чесночка! О-да! О! И чуть-чуть курочки, курочки! Не жалеем, не жалеем! Последний штрих! Заворачиваем! Аккуратно! Ой, души! От души, от души! Сейчас самый заключительный этап! Пожарка шавермы на сковороде! Кладем! Ждем! С вами была программа «Время жертвы». Это была рождественская шаурма. Всем с Новым годом, счастья, здоровья, идите нахуй. И я ведущий Вася.